Банкнота 5000 тенге, серийный номер ВК 359-93-39. Ну, банкнота в какой-то мере даже такая интересная. Здесь три тройки и три девятки. Пятерка, конечно, примешалась. Лежит эта банкнота на байковой поверхности 27 декабря. Снимается специально широкоформатно для многих плейлистов, но в первую очередь для плейлиста это денежный поток. Почему? Да потому что это действительно денежный поток. Эту банкноту я получил в пятницу 23 декабря. А завтра, 28 декабря, я эту банкноту потрачу. То есть куплю, да? Кое-что. И все. И эта банкнота уйдет из моей жизни. Она пришла и ушла. Вот так происходит денежный поток. Это не тот бред сивой кобылы, которую псевдоэзотерики тупорылые говорят, закройте глаза и представьте, как идет денежный поток. И лохушки закрывают глаза и представляют, да, то, чего нет. А вот это реальный денежный поток. Вот и все.